Иногда я делаю работы, которых новые доски нужно состарить. Для этого я беру специальный инструмент, есть такая вот шарошка, которая выдирает всякие неровности, делает в доске. Всем известно, что все дерево состоит из твердых полосок и слабых. Когда я прохожу вот этим инструментом, то сильные полоски, которые твердые, остаются наверху, а выбирает все, что внизу. И получается такая конфигурация интересная. Вот посмотрите, как это делается. Следующий этап, надо покрасить эту доску двумя цветами. Сначала белым или светлым любым. Подождать несколько минут, когда краска засохнет.
когда видишь, что краска засыхает, уже можно покрыть другим цветом. И опять подождать, пока она засохнет. Желательно контрастные цвета. Что подожди, уже, вот. Когда я вижу, что уже эти цвета высохли, я беру наждачную бумагу крупную, ставлю на шлифовальную машинку и постараюсь отшлифовать. Получается очень красивая фактура. Из нее можно сделать очень красивую полочку. Завтра я буду делать эту полочку. Я уже вырезал все части к ней. Осталось только составить, состарить. И получится очень красивая полочка, на которую можно ставить и цветочки, все что угодно. Очень хорошая, прекрасная работа. Примерно так она будет выглядеть, да, эта полочка. Но самое главное нам сейчас увидеть, как получилась фактура основной деревяшечки. Вот она. А вот что дает именно сочетание двух цветов, Марат? Красоту, если... Объем, да, объем получается? Объем и красоту. Угу. Понятно. Очень хорошо. Интересно. А это что ты делаешь? Я посмотрел, мне не понравилась эта конфигурация. Я решил ее сделать немножко другой. Сейчас я выпилю. Поизящнее решил сделать, да? Понятно. Сейчас вторую такую же выпилю. Интересно. Тут, наверное, опыт и интуиция срабатывает, да? Чувство. Надо делать как можно красивее все. Чувство. Вкуса. Сейчас более симпатично получилось. Согласна. Красиво.
Да, согласна. Вот это заготовочки, можно сказать. Да? Весь проект тут как тут. Раз, и нету полочки. Ну вот, как лего получилось у нас, да? Такой вот частицы. Угу. Ну, очень хорошо. На этом сегодня завершаем, да? Продолжение следует завтра. Отлично. Текстура получилась прекрасная. И сучки все видны. Кольца дерева. Хорошо. Вы довольны, Марат? Да, да, все. Мы довольны. Все.